решишь, можешь достать. Производство Rainbow SRL. Одной из нас. Мы волшебницы, добрые феи. И, конечно, нас ждут чудеса в облаках. Мы летим сквозь пространство и время. Сияет планета, как в сказочных снах. Мы летим по небу. Винкс, только вместе мы сильны. Чудеса творить вольны. И всегда устремлены. Школа волшебниц. Винкс проходят проверку в хрустальном лабиринте и получают водные звезды. Это древние создания невероятной силы. Они способны победить Валтора. Вызов мага. Похоже, мы народные герои. Мы смогли достать водные звезды. Мы войдем в историю. У-ху! Да здравствуем мы! Не расслабляйтесь. Возможно, мы и нашли водные звезды, но мы еще не знаем, как их использовать. Перестань, Текна, все равно есть что отпраздновать. Текна права. Мы знаем, что у водных звезд есть древние силы, но мы не знаем, как они действуют. Я знаю одно. Эти звезды помогут нам победить Валтора. Научно доказано, что водные звезды полностью противоположны огню дракона. Да, поэтому их оставили в Красной Башне, чтобы две силы не сталкивались друг с другом. Огонь дракона и водные звезды, все они были созданы во время образования волшебной вселенной. Это мощные природные силы, и ни та, ни другая, ни хорошая и ни плохая. Да, значит, нам надо как-то высвободить их сил. Тогда за работу, девочки! Все лаборатории обычно пустуют в это время. Хорошо. Что является источником их силы? Конечно, волшебство. Спасибо, Стелла. Ты очень догадлива. Мы можем ударить по ним энергетической волной и посмотреть, как они отреагируют. А что, если у них будет негативная реакция? Например, взрыв. Можно заключить их в шар Морфикса, направить на них волшебство через него. Нет, Лейла, я не думаю, что это правильно. Мне кажется, нам стоит попробовать что-то более простое. Фу! Липкие, как моллюски. Они не моллюски, и я пытаюсь как-то связаться с ними. Да? Но зачем? Это нам и нужно понять. Но с тех пор, как Валтор возник из огня дракона, должен быть способ нейтрализовать его этими звездами. Блум, но это касается и тебя. Твои силы тоже основаны на огне дракона. Я знаю, для меня это очень рискованно, но, по-моему, у нас нет выбора. Значит, ты готова потерять свои силы? Да. Что ж, тогда давайте сосредоточимся. Может, у нас получится открыть канал связи? Чем ты так расстроен? Ты можешь нам рассказать? Да, ты можешь нам доверять. Хотите знать, чем я расстроен? Мне не нравится, что Винкс и специалисты так активно работают друг с другом. Мне не нравится, что вы трое позволили им победить вас. И мне не нравится, что мне нужно убегать и прятаться, несмотря на все силы, которые хранятся в Уорце. Но, Валтор... Это происходит снова и снова. Ты проигрываешь этому альянсу. Все происходит так же, как было в прошлом. Когда в прошлом? Когда команда Света смогла меня... Победить?
Нет, на этот раз все будет иначе. С волшебными сокровищами, которые я еще соберу, и которые хранятся в этом ларце, никто не может меня остановить. И эта новая команда света дорого заплатит, если попытается что-то сделать. Я найду проход в барьере вокруг Алфеи и заберу их заклинания. Пора сделать серьезный шаг. Я покажу Магиксу, кто я есть. Пойти на дискотеку – отличная идея. После последней миссии нам нужно расслабиться и немного повеселиться. И мы такие красивые, все мальчики будут в восторге. Что такое? Где они? Что ты увидела, Стелла? Я не могу в это поверить. Посмотрите на эту сумку. Мега скидка. Стелла! Простите, не смогла удержаться. Давайте, девочки, пошли. Надо поспешить, а то наши кавалеры начнут искать себе партнерш на балу. Не переживай, Лейла, мы не оставим тебя сегодня одну. На самом деле, я буду не одна. Я пригласила Офера. Когда мы были вместе на задании, мы смогли найти общий язык. Лейла и Офер. Офер и Лейла. Звучит здорово. Стелла, не расходись, я даже не знаю, но ты понимаешь. Не нужно нервничать. Прислушайся к своему сердцу и следуй своим чувствам. А, мальчики. Приветствую вас, дамы. Интересно, о чем вы говорили? Ни о чем интересном. Девчонки. Я рада, что ты пришел, Офер. Это будет веселый вечер. Да, конечно. Офер, ты в порядке? Да, конечно, Лейла. О! Ну, а Ривен говорит, прости. Я думал, ты моя двоюродная сестра. Да, что бы ты сделала, Брэндон? Стой! Брэндон, что? Мне нужно бежать. Что? Это он убегает. Минуточку, что происходит? И почему эти парни бегут за ним? Лейла, ты знаешь, что происходит? Он сделал что-то не так? Я не знаю, но я очень хочу узнать. Откуда все эти молнии? А? Мне кажется, эта молния какая-то неестественная. Что-то тут не так. Все за мной. Нам нужно найти укрытие быстро. О, нет! Смотрите, знак Палтера! Снова он. Люди Магикса, я пришел сделать вам мирное предложение. Мы ищем его повсюду, а он просто так является сюда. Я, Волтер, официально вызываю директоров трех школ Магикса на дуэль. Если они согласятся, я не буду разрушать ваш город. Парагон де Гриффин и Саладин. Вот мои условия. Если я стану победителем, вы отдадите все волшебные секреты, которые хранятся в ваших школах. Они никогда на это не согласятся. А те, кто сомневается в моих силах, смотрите внимательно. Боже мой, что он будет делать? Смотрите на облачную башню, и вы увидите, что я смогу сделать с Магиксом. Стоит только захотеть. Бежим! Скорее! Что вы делаете? Куда вы бежите? Мы должны принять бой! Если мы будем вместе, у нас есть шанс победить! Волтер, попомните мои слова, вы за это заплатите. Гриффин, Фарагонда, Саладин. Я буду ждать вас у озера Светлый Камень. Мы раз и навсегда узнаем, кто из нас самый сильный, самый лучший. У меня плохое предчувствие. Случится что-то ужасное. Как думаешь, каким будет его следующий шаг? Нельзя отказываться от боя. Волтер может до основания разрушить Магикс, так же, как он поступил с облачной башней. Что бы они ни решили, я не вижу тут никакого счастливого финала.
мисс Фарагонда. Как самый старый учитель совета, думаю, я скажу за всех. Я считаю, что это состязание слишком опасно. Возможно, это ловушка. Да, и если что-то пойдет не так, Алфея останется без защиты. Мы это уже проходили, и мы не хотим, чтобы это еще раз повторялось. Мне самое главное, мы не хотим, чтобы вы рисковали своей жизнью. Спасибо за ваши добрые слова. Я понимаю, что вы волнуетесь за меня и за школу. Но я пришла принять решение, на кону судьба волшебного измерения. Но, мисс Фарагонда, вы... Саладин, Гриффин и я говорили об этом и приняли решение. Мы сразимся с Валтером. То есть вы снова станете командой света? Нам пора снова объединиться. Такая битва у нас уже была. И тогда мы победили. Если Валтер хочет победить на этот раз, он не знает, с кем связался. Простите, мисс Фарагонда, я... Блум, у нас было долгое собрание, я очень устала. Мне нужно всего несколько минут. Я надеюсь, что вы выиграете дуэль. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Но... Но в то же время я надеюсь, что вы не уничтожите Валтера. Что? Валтер — единственный, кто знает, что случилось с моими настоящими родителями, Артелем и Марион. И если он будет уничтожен, моя надежда найти их исчезнет вместе с ним. Понятно. Может, вы используете волшебство водных звезд и просто плените его? Блум, это очень заманчивое предложение. Но эти звезды должны остаться здесь на случай нашего провала. Они будут последней линией защиты. Я был уверен, что вы придете. А разве у нас был выбор? Валтер, давайте не будем тратить время. Где ваши злобные помощницы, ваши три ведьмы? Трикс не будет участвовать в этой битве. Тут только вы и я. И чтобы доказать вам свою добрую волю, я принес вот это. Это ларец Агадора со всеми моими силами. Если вы победите, я отдам всем мирам волшебного измерения то, что забрал у них. И почему же мы должны вам поверить? Даю вам свое слово, но давайте обсудим нашу битву. Сначала я буду бороться с самым слабым из вас. Говорите. Таковы мои условия. Сначала самый слабый, в конце самый сильный. Ну что? Если вы думаете, что вы можете испугать нас каким-то волшебным фокусом, вы ошибаетесь. А как вам такое волшебство? Посмотрим, как вам понравится это. Я думал, что вы круче, Валтер. Посмотрите-ка, они дерутся друг против друга. Мое иллюзорное заклинание работает идеально. И чем смелее и самоотверженнее они дерутся, тем быстрее они будут уничтожены. Мама, это что? Я не знаю, милый. Круто, шоу в небе! Ну ничего себе дают! Боже, это директора борются с Валтером! Как мы можем просто стоять и смотреть, что происходит? Надо вмешаться и помочь уничтожить этого урода. Валтер дерется как-то очень странно, не кажется? Давайте, Саладин, давайте! Что случилось с мисс Фарагондой? Мы этого не знаем, Гризельда. Нам не показывают трех директоров вместе. Давайте, Гриффин, убейте этого мутанта! Подождите, что случилось? Куда делась мисс Гриффин? Не знаю. Кажется, мисс Фарагонда заняла ее место. Давайте, мисс Фарагонда, у вас получится! Нет! Эй, что происходит? Защитный барьер Алфеи! Он пропадает! О, мисс
Фарагонда, пожалуйста, не сдавайтесь! Это проще, чем я думал. Фарагонда слабеет, и барьер вокруг Алфеи тоже. Блум, что случилось? Ты в порядке? Я не понимаю, тут кто-то есть, и я чувствую присутствие зла. Присутствие зла? Где? В школе. Кто-то проник в Алфею. Валтер! Но он на озере. Он дерется. Смотри. Я чувствую его присутствие. Я говорю вам, Валтер здесь. Блум, в этом нет смысла. Поверь мне, я знаю, что делаю. Валтер и я связаны огнем дракона, и сейчас я точно знаю, что он рядом. Я знаю, уже близко, сюда. Скоро самые мощные заклинания Алфеи будут моими. Стой, где стоишь, Валтер! Ты такая умная маленькая фея. Не приближайся к нашим заклинаниям, или тебе придется сразиться со всеми нами. Правда? Вы думаете, вы можете меня остановить? О нет, он входит в библиотеку. Мы должны превращаться. Винкс, Энчантикс! Вижу, тебе нравятся книги, Валтер. Посмотрим, как тебе понравится это. Осторожно, щит Морфикса. Густой плющ! Усилитель Энчантикса. Солнечная энергия, разрядка! Ярость дракона! Я попытаюсь активировать водные звезды. Время пришло! Сейчас или никогда! Нет, подожди! Не делай этого, Блум! Ты же знаешь, как это может на тебя повлиять. Водные звезды. Отлично. Это слишком опасно, Блум. Мы сможем сделать это без звезд. Флора, ты же знаешь, что не сможем. Они наша последняя надежда. Сущность дракона! О, нет! Блум, ты в порядке? Кажется, да. Но у меня было чувство, что они уничтожат меня. А что с Валтером? Все кончено, Валтер. Блум, если уничтожишь меня, уничтожишь родителей. Я не понимаю, о чем ты, Валтер? Они внутри меня. Я боролся против команды Света и твоих родителей, Орителла и Марион. Но... Продолжай. Они покорили меня, но заплатили очень высокую цену. Я собрал последние силы и использовал абсорбирующее заклинание. Я заключил их в своем теле и заставил их пережить плен, к которому они приговорили меня. Если ты уничтожишь меня, ты уничтожишь их. Я не... Валтер опять сбежал. Валтер, в следующий раз, когда мы встретимся, я буду готова. Что мы наделали? Валтер обманул нас. Все это время мы боролись друг против друга. Девочки, мы должны поблагодарить вас. Облачная башня потеряна, но вы спасли волшебные измерения. Если бы вы не сняли заклинание Валтера, кто знает, что бы стало с нами на озере Светлый Камень. Эй, говорите за себя, я бы победила и вас, и Саладина. Кроме того, вы активировали водные звезды и спасли ценные заклинания школы. Девочки, вы заслуживаете награды. Да?
еще один вечер на дискотеке. Круто! Да, хороший выбор, Блум. Да, в прошлый раз все кончилось не очень хорошо, и я подумала, что мы заслужили второй шанс. Лейла! Офер? Слушай, я тоже хочу получить второй шанс. Можно поговорить с тобой? Извини, но это совсем не наедине. А, я знаю, но эти парни не хотят отпускать меня ни на секунду, правда? Послушай, Офер, по-моему, тебе пора все мне объяснить. Ты права. Эти охранники пришли не арестовать меня. Они пришли забрать меня домой. Около месяца назад я сбежал из дома, а мои родители послали их искать меня. Лейла, я родился на Андросе, и мое настоящее имя Набу. Я знаю, что ты родом с Андроса, но... Минутку, Набу? Тогда? Да, я твой жених. Но после того, как наши родители договорились о свадьбе, я разозлился, взбунтовался и сбежал. Это довольно смелый поступок. Я считаю, что жениться можно только, если по-настоящему любишь кого-то. Я прибыл сюда, потому что хотел увидеть, что за ужасную невесту мои родители выбрали для меня, но я... И она оказалась такой ужасной, как ты думал? Хуже. Я влюбился в нее. Лейла, я сожалею, что я обманул тебя. Прости, я не хотел врать, но... Папа, мама. Лейла. Мы прилетели сказать тебе, что были неправы. Мы следовали традиции, которая заставляла тебя делать то, чего ты делать не хотела. Набу, мы тоже переживаем. Теперь мы понимаем, что мы не можем заставить двух людей полюбить друг друга. Но, похоже, судьба все равно свела вас, и я очень рад этому. Ну ладно, ладно, вы еще молоды, и вам рано думать о свадьбе. Просто отдыхайте, развлекайтесь. Папочка! О, доченька. Мама! А тем временем, друзья, добро пожаловать в наш... клуб! Фарагонда советует Блум побывать в сердце облачной башни, где ведьмы-прародительницы прячут секрет ее родителей. Но Трикс отговаривают Блум. Ты в клубе Винкс, значит, мы друзья. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» в 2008 году. Ты в клубе Винкс, и победа ждет. Вместе мы сильны, как радостно творить чудеса. Крылья прозрачные раскрой, путь отправляйся, забудь покой. Самые дерзкие планы исполнишь ты. Много тайных историй ждут впереди. Как волна ты так сильна, и в сердцах друзей навсегда. Значит, ты звезда, путь твой освещен, лучи ведут тебя. Ты в клубе Винкс, это хорошо, друг не подведет, и душа поет, волшебные сказки.